Не упала, нет? Всем привет! Сегодня мы, Амелия, с тобой сыграем в игру Плакит. Это веселое выдергивание перьев. Нужно по очереди доставать перья так, чтобы яички не падали в корзинку. У кого будет больше яичек, тот и проиграл. Нужно аккуратно доставать перышки. Прыжкам, кто первый? Камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А еще раз. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я первая. И первая перышко. Есть первая. Теперь ты. Каша. А ни одного яичка. Так. Аж два яйца. Амелька, у тебя два яичка. Амель, а ну не мешай, а то я сейчас достану здесь. Упс! Не трожь! Сейчас еще выпадет. Аж три у меня! Что я дам? Пока что я проигрываю. Давай я к себе заберу три, чтобы мы не перепутали счет. Вот будет моя корзинка. Теперь ты. Вот твои корзинки. Мои яички, да. Вот твои корзинки, а вот мои. Да, да. Давай, доставай. Тут я, конечно, настроила так, чтобы сама проиграла, наверное, да? Да. Так ведь? Да. Опачки. Ни одного. Мою картинку. Одно яичко. И у меня три. О, надо достать так, чтобы мне ничего не упало. Как это сделать? Не знаю. Не надо трогать. Так, сейчас я посмотрю. А ну тихонько. Опачки. Как у тебя так получается? Потому что я потихонечку. Да я же тоже потихонечку, но у меня почему-то падает. А у меня не упало. Давай теперь ты. Я тут стараюсь, а ты просто так достаешь. Ну ты даешь. Я волшебная. Да волшебная вообще просто. О, господи, тут сейчас точно что-то упадет. Я сейчас проиграю. Не хочу проигрывать. Не хочу. Я тоже. Не трясите. Не упала, нет? Ничего не упало. Ты тоже можешь проигрывать. Я ведь проиграла. Так, а ну успокойся. Эй, еще тебе одно навалилось. Не трогай курицу. А ну сейчас будет тебе тут. О, сейчас у меня упадет. Белый поток курицы. Не упала, нет. Белый поток курицы. Да яйца сейчас принесу, три целая корзина яиц. У тебя все яйца выпадали, тебе можно перья не доставать. Доставай, перышко. Амель, доставай перья. Давай. Я тебе. Чудинки. У меня скоро потом перья будет. Давай, давай, твои вот все яйца. Доставай. Сейчас у меня упадет. А нет, не упала. Доставай. Что твое яичко? Ну все. Мне кажется, у нас кто-то победил. А ну, Амелия, сколько там у тебя яичек? Вот все твои яйца, смотри. И моих три. Ну что, еще сыграем? Да. Давай.
Ну что, перья готовы? Засыпаем яйца. Так, давай разыграем, кто первый. Да. Хами, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я победила. Бумага обмотала. Да. Так, первое перышко. Оп. Давай. Ой, я. Ты уже второе достала, смотри. Не надо так делать. Не балуйся. Во-первых, ты не по очереди. Моя очередь. Подоставала. Все яйца посыпались у тебя. Ну ты чебилки, конечно. Ох, у тебя пока что ни одного. Ни одного. А все потому что... Ой, тут сейчас бадать будет что-то. Потому что я проигрываю. Ну так ты же у нас... Ты так сделала. Я тоже так хочу. Ты вообще смотришь на яйца или нет? Не смотрю. Оп, получила. В следующий раз будешь смотреть. В следующий раз не буду смотреть. Адель, смотри, правило игры заключается в том, чтобы яйца не упали. А они у тебя все время падают. Посыпались. Давай, доставай. Амель, яйца закончились, а перья еще торчат. Посмотри на них. Ну ты чудик. Отдай мне яйца, пока больно, да? Нравилось наше видео? Если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, звездочка. Thank you.